Выезжай там. Он меня не снимает. Хорошо. И давай на стоянку. Покажи еще поворотники, свет. Хорошо. Хорошо. Задние работают? Работают, работают. Другой, хорошо. Осторожно, осторожно, осторожно. Где я нажала на дверь? Нельзя положить туда. Выключи зажигание, начали. Вот. Так, вот. Еще мне надо на права сдать, тогда садиться на коляску. Вот-вот. Ходите своими ногами, так и ходите. Так и буду. Вот, теперь вот так зажигание включай. Так, а теперь как? А теперь... Осторожно, осторожно. Да, если назад, рычаг на себя. Четками большими. Осторожно, осторожно. Только медленно, медленно. Сразу реагирует. И рукав правильно положите туда. Вот так. Сюда, сюда. Правильно положите сюда. Крепко сюда. Крепко лежит. Да. И вот здесь только легко. Вот так. Сразу работает. Вот так налево, так направо. Ага. А вот сюда крепко. Все крепко лежит. Да? Отлично, да? Нельзя боиться. Вот так и прямо. Не сильно. Чуть-чуть направо. Вот так. И вперед. Не хочет меня слышать. Хочет. Вот так. Вот так, только так. Только просто лежите туда. Вот так. Направо. Вот так. Не так. И так, и так. Нельзя. То медленно. Сразу машина реагирует. Я думал, там осветим твоя картинка. Здесь или там туда, ближе, наверное, к Гуминскому, да, подъехать? Можно. Давайте вот. Через траву езжайте, мальчишка. Через траву? Да. Машина может. Вот это давай, батюшка, покрапим. А давайте здесь мы покрапим, да? Или, наверное, здесь, да? Я побегу скорее, то у меня тело. Надо посадить? Я сойду, конечно. Хорошо на ней ездится, дай бог своими ножками ходить. Не сравнишь никого. А меня, пожалуйста.
Все, Нет, такой не будет, да? Бачка? Ты, немец. Мы оставим Бог навсегда на небесный. Гандон. Слава тебе, царь небесный, будь это все не пошелестили, и жили в мире, свинься исполняли, сокровища блазнив, и везли подателю, среди селесяны и очистины всякие скверны, и спаси блажи души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне пресный во веки веков, пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше, святые посети и сыны немощи наши, и не твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне пресный во веки веков, Отче наш, и пресвятая Троица, помилуй нас, да светится имя Твое, да приедет Царство Твое, будет воля Твоя, как на небеси и на земле. Хлеб наш насущный даст нам днеся, остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим, не веди на свое искушение, но избави нас от лукавого, яко Твое Царство и сила и слава Твоя, и сила и Святого Духа, на небесный во веки веков. Аминь. Господу помолимся, Господи помилуй. Господи Иисусе Христе Боже наш, Володь, что ты там голову морочишь? Мудростью красивого человека, благодетного промысла, всякого благодарного. Уходи оттуда, спустя. Не спасли благословение на колесницу, и ангел тут не пристает. Дошествующие мне им храними, наставляями. Мире и благополучие, пусть совершишь тебе славу, отсылай, хвалящий отца и сына, стая духами. Восставляет, встречает с колесницей. И куй жоком детей, пошел отсюда вам. Спаси Богу, и благослови достояние твое. О, береги православного христиана на заботильные дороги и твоей сохраняют Христом Твоим жительство. Спаси Богу, Господи, люди Твои, и благослови достояние Твои. Ты ему скажи. И потом вообще все остались. Правильно, это все. Только... Сейчас половину без меня. Да. Упекут. И... Несколько слез. Что тебе сказать? Что-нибудь. Что-нибудь. Что-нибудь сказать? Да. Благодарю. Хорошо. Очень довольна коляской, хороша. Но я пока ножками хожу, а если что, буду ездить. Все равно буду подъезжать на ней. Матушка, поэтому я привоз коляску. Спасибо электрическую. Вам, Ром. Очень благодарю. Так? Да. Значит, мы все решили. Да. И решим. Тут я одна старенькая, у меня еще тут много стареньких. Конечно, конечно. Кому-то, и мне еще кому-то пригодится. Матушка, я дома сказал, что вы очень боитесь Бога. Правильно, вот сегодня нагрешим вот с этой стороны. Да, конечно. Отлупасила его. Да. Ну, он меня уже достал, батюшка, но он каждый день идет, как ханыга.